Всем привет! Сегодня мне принесли вот такие колоночки компьютерные на ремонт, попросили посмотреть. Не работает правая колоночка, вот эта, маленькие колоночки такие детские, в диаметре они 90 миллиметров, модель StarTex GS301. Питаются они от USB кабеля встроенного. Посмотрим, подключим. Не работает правая колоночка. Посмотрим, что с ней такое может быть. Здесь вот видим тумблер или колесико было для громкости. Тоже его нет, но попробуем разобрать, разбирается оно. Это существо вот так. Такие накладочки в пазы входят. Видим 4 винтика, выкрутим. Такие винтики вот мы открутили. 3, 1, наверное, залом сломан. И раздвигаем. Вот мы разобрали и сразу видим поломку. Белый проводок отпаялся от динамика. Так, здесь у нас платка, значит, такая, она просто выпала. Из пазов. Тут пазы такие для нее специальные. Так, попробуем вставить. Вот, вроде вставились. И колесико появилось. Ну ладно. Сейчас припаяю проводочек. И проверим. Так, все. Проводочек мы припаяли. Попробуем подключить. Притянул я платку, чтобы она
при нажатии не выскакивало. Все, сейчас вставляем все на место. Ну что, попробуем. Колоночка заработала. Скручиваем назад винтики. Все. Накладные. Все, колоночки заработали. Такой мелкий ремонт сегодня был. Компьютерные колонки StarTex, модель 301. Спасибо всем за внимание. Будьте здоровы и пока-пока.